Полицейские УВД Путинао совместно с сотрудниками ФСБ России провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства. В ходе проверки в жилых домах деревни Саларьево Новой Москвы были выявлены нарушения режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В отношении 5 иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18.8 КОАП РФ. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания в Российской Федерации. На причастность к ранее совершенным преступлениям было проверено более 100 человек. В ходе проверки были задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в организации незаконной миграции. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей 322.1 УК РФ. Организация незаконной миграции и избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Заместитель командира отдельной роты УВД Путинао, старший лейтенант полиции Петропенко Сергей Алексеевич. Чего шарик, ну, начали,